Крупнейшая нефтедобывающая компания в мире Сауди Арамко выбирает площадку для первичного размещения. Слухи о том, что пройдет приватизация данной компании, ходят со времен падения цен на нефть. Однако процесс подготовки к IPO идет достаточно медленно. На данный момент известно, что Сауди Арамко выбирает несколько площадок для размещения. Это связано с тем, что в компании предполагают, что ни одна из фондовых бирж не сможет поглотить такой объем. Дело в том, что на текущий момент капитализация компании оценивается в 2 триллиона долларов. На IPO предполагается опустить около 5% акций компании. Соответственно, это 100 миллиардов долларов. Для сравнения, среднедневной торговый оборот Нью-Йоркской фондовой биржи составляет около 200 миллиардов долларов. Соответственно, для одной площадки 5% это достаточно много, может действительно не хватить ликвидности. И в связи с этим Саудовская Аравия рассматривает приватизацию и размещение акций на нескольких площадках сразу. Мы предполагаем, что это может быть Нью-Йоркская биржа, которая, кстати, является фаворитом, а также Лондонская и, возможно, Гонконгская. На текущий момент мы считаем, что в принципе подготовка идет достаточно медленными темпами, а посему ожидать размещения можно ожидать в лучшем случае только в конце года. Также мы предполагаем, что размещение может быть перенесено на 2018 год.